мгновение все замерли, кроме моего брата. Была за все смертельная расплата, была за все смертельная расплата. В одно мгновение замерли мой брат, особенный он, не похож на других. Я в его дом, благодаря ему мы с ними выжили, пока нас не нашли, когда услышали. Я хотел остаться, но тогда он сказал: пора оставить все позади. Он знал, Бог покинул нас, он не защищал. Брат ответил мне: да Бог и не существовал. Одной целью создать Бога, связанного с нами.